Спасибо вам большое. Такой прекрасный вечер, Анечка. Это просто... Ребят, давайте поаплодируем Ане за то, что просто она нас всех вместе собрала. Собрать сейчас всех, там, 50 человек по нейросетям, когда это все новое, это так прекрасно. Мне очень волнительно выступать, особенно после такого шикарного спикера предыдущего. Но, ребят, я хочу сказать, что изначально моя история такая, что вообще я в Москве родилась и жила там всю осознанную свою жизнь. И получилось так, что 4 года назад я переехала в Ялту жить. И немножечко у меня жизнь тяжело, в общем, была. Пандемия там была, и сами знаете, да, у всех были проблемы и вопросы. И я задалась мыслью, чем же я могу заниматься дальше, чем продвигаться. Вообще я 17 лет государственной гражданской службы прошла, то есть я госслужащий. И для меня это было очень непросто достаточно. Я думала, искала, и потом смотрю, нейросети, новое направление, я люблю все новое. Это очень интересно. Стала посещать вебинары, смотреть, но так я загрузилась, и везде практически это было не очень честно. Там дарили бот GPT там, 3.5, то есть никакой. И тут я после очередного вебинара огорченная, такая, что же делать? Листаю Телеграм и смотрю канал «Влюбленная в...» Я такая, так, подождите, ну я же подписалась. Здесь, кстати, ребята есть, я их подписчик тоже, «Крем-глазами местных», ребята. Они когда-то отрекламировали Анин канал. Вот он, это... Одни из самых лучших блогеров. Да, ребята, давайте мы их поаплодируем. И получилось так, что я когда увидела, что Аня, влюбленная в Крым и нейросеть, куда смотрю, нейросети, я должна там быть. Захожу, пишу ей, и я вот хочу отметить, что Аня моя вдохновительница, это редкой души человек. Она мне реально протянула руку, она меня поддержала, она сказала, ничего. Хорошо, что вы служащий, отлично. Хорошо, что в сложных ситуациях. Супер, ты научишься и будешь лидером. Ты должна сделать самый лучший кейс. Ну, я, конечно, понимаю, что он не самый лучший, но я очень старалась, на самом деле. Ну, у нас ребята все молодцы. На самом деле здесь сейчас нет наших ребят, и Марина Веткина, и Лина. Да, я хочу им большое... Да, к сожалению, Каролина Пулина, у нас с ней личный рекорд, мы делали распаковку экспертности 18 часов, ребята. То есть мы в один день мы с ней прошли без воды, с водой, без еды, и второй. И сейчас человек полетел, она сказала, что я, ты мне подсветила, что я как солнышко, и я теперь свои лучики везде раскрываю. Она действительно стала и спикером, они вместе с Ирен выступали, Ирен будет после тоже выступать. А, то есть она международная тоже спикерство, и... Да, про мой телефон, действительно, мы ходили в Ялте на море с детьми, и когда неожиданно в непромокаемой сумке обнаружили, что там все плавает в воде, и вы достаете оттуда телефон, а телефон вибрирует и жутко нагревается. И что мы делаем? Благо, дети у меня тоже умные. Говорят, мама, GPT же. Я такая, ну, конечно, у дочки сразу ищем решение. Поняла, что он не взорвется, хотя мы его там всячески остужали, поняли, как там вскрыть, все сделать. Но вот так выручил. Потом еще был кейс, я понимаю, что надо ускоряться, но, в общем, кейс был еще по сами мы взаимодействовали, делали гранты. И за 2 дня с помощью GPT полностью курс для преподавателей со всеми заданиями и все. Вот, так что у нас грант кстати, был. Кстати, мы же вошли в финалисты благодаря Яне. 72 из 1595 команд. Да, да. Вот. И, кстати, сейчас мой представитель будет ехать в Москву и защищать на этот грант. Так что держим кулачки. Ладно, скажу. А последнее, чем я последнее в кейсах, чем я воспользовалась. Конечно, я подготовила грамотно, я сейчас нахожусь в X10 движении, которое к нам в Крым пришло. А X10 движение – это движение миллиардера Игоря Рыбакова. Если кто-то знает, то я думаю, что да, тут ребята присутствуют тоже. Нет, миллиардеры! Однозначно! И благодаря тому, что моим знаниям с GPT я смогла сделать, подготовить грамотную... грамотный контент-план, грамотный все, чтобы запрашивали. Запрос был сверху, говорят, ребята, кто хочет прийти в медиакоманду X10 по всему миру? Я такая,
конечно, я. В общем, я дала им информацию, говорит, Яна, ты такая структурная, я такая, это не я, это GPT. Вот, и все, говорят, давай. А потом увидели, как я дальше взаимодействую, все говорят, слушай, тут будет сейчас направление координации медиакоманд по всему миру. Будешь? Конечно, я буду. Я беру это и знаю точно, что у меня есть твердая подпорка, отличная основа, которая Анечка нас вдохновила, дала нам эту возможность открыть мир для себя по-новому, совершенно по-новому взглянуть. И я очень благодарна от всей души. Просто вот сейчас... Я хочу сказать, что смотрите, вот есть слово «невозможно», вы его знаете, а теперь забудьте, все, для вас оно перестало существовать. Спасибо.